смотри, как через как разбежался. Ну, надо быть очень уверенным, чтобы так сделать. И эта уверенность действительно у него есть. Ой-ой-ой, какая красота от «Спартака», 5-1. Ну, я думаю, это точно точка в сегодняшней встрече. Ну, это гол имени Михаила Мальцева. Он все сделал. Рискнул сначала в своей зоне, вывел шайбу через собственный пятак на скорости. Ну и дальше получилось у «Спартака» разлить эту атаку. Ну, там классная двоечка и обратная передача.